Да нет, как видишь. А, черт! И меня подстрелили собаки. Да в порядке, груз. Только кто его теперь повезет, блин? Я уже точно не смогу. Ух, как больно. Ага. Слышь, амиго, фуры нельзя здесь оставлять. Дон Гильермо и так, наверное, в бешенстве из-за задержки товара. Давай я, наверное, тебе ключи дам, а ты груз на место пригонишь. Я просто никак не могу, сам видишь. Болит, зараза.
проклятье! Сколько их там было? Скорее всего, это и есть то самое подкрепление с эспады. Ну, гады. Так, не нужно терять хладнокровие. Что с моими людьми и грузом, Майерс? Отлично. Просто великолепно, сеньор Майерс. Да, действительно, первое мнение зачастую бывает ошибочным. Без обид, но я не думал, что из вас какой-то толк выйдет. Вы молодец, сумели доказать, что достойны доверия. Ничего, партизанам это с рук не сойдет. Они еще не знают, с кем связались. Они не видели дона Гильермо в гневе. Так, нужно с вами расплатиться. Раз, два, три, четыре. Возьмите, сеньор Майерс, вы хорошо поработали. У меня сразу же есть для вас еще одно задание. Вы готовы сейчас его выполнять? Нам нужно заняться ликвидацией партизанского движения, сеньор Майерс. Начнем, пожалуй, с их поддержки на Испаде. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему бы не начать прямо с этого острова? Я вам отвечу. Определенная часть населения все-таки поддалась влиянию партизанской идеологии. И если мы начнем глобальные наступления здесь и сейчас, народ этого не поймет. А мне репутацию свою портить невыгодно, сеньор Майерс. Поэтому мы в первую очередь перекроем канал с Эспады, который весьма значителен. Как-никак, у них там ресурсная и боевая поддержка. Поэтому задание я вам сформулирую очень лаконично. Ликвидировать всех партизан на Эспаде. Вопросы имеются? Вот это боевой настрой, я понимаю. Так, Майерс, бегите в порт. Там вам Себастьян организует транспорт и все расскажет. У меня, к сожалению, сейчас нет времени на брифинги. Ступайте, Майерс, ступайте. Здоров, сынок. С чем пожаловал? Да, недалекая нынче молодежь. Вы без своих компьютеров ничего сообразить не можете. Неужели тяжело догадаться, чем может заниматься человек в порту, а? Работать. Я вот, например, здесь начальник. Зовут меня Себастьян, а тебя... Как называть? Ну? И что ты от меня хотел, Майерс? Ты чего орешь? Пиранью тебе в подштанники. Не видишь, я подавился. Ой. Поспешишь, людей насмешишь, сын. Ой, ишь, какой заводной. Я в твои годы тоже легок был на подъем. Ай, помнится как-то. Да пес с тобой, сынок. Сам потом поговорить захочешь, а от меня фигуру из трех пальцев увидишь. Короче, вот тебе ключи от лодки. Доплывешь до острова, который я тебе на карте отмечу. Там тебя ждет вертолет, все. Дальше ты сам знаешь, что делать. А чтобы было дофига. Не я тут командую, сынок. Ты плыви уже. А то кричал, понимаешь, что времени мало.
Thank you.
центральная. Мной обнаружен вражеский вертолет. Атакую. Стоять на месте. Спокойно, братишка, не шмаляй. Ты, Майерс. Thank you.
Майер, Джан, чего тебе? Стволы, гранаты, у Хасима все для тебя найдется. Я уже не знаю, чем тебя порадовать можно. Майер, Джан, бери калашников, брат. Лучше ничего не бывает. У меня на родине это оружие копьем Аллаха называют. Что-то вы, Майерс, какой-то весь взъерошенный. Были осложнения? И такое бывает. Ну, в общем, задание выполнено. Выполнено. Вы целы? Целы. Значит, все хорошо. Даже очень хорошо. Теперь партизанам будет ой, как не сладко. Без поддержки у них против нас нет никаких шансов. Но этот вопрос мы обговорим позже. А пока... Вот ваш гонорар. И вот вам еще прекрасное средство от скуки. Вам нужно развеяться перед следующим заданием, Майерс. Оно будет непростым. А вы, Майерс, остряк. Идите, отдыхайте. Можете познакомиться с моими девочками. Они у меня как на подбор. Модели, стриптизерши, начинающие актрисы. Выбирайте любую. А как же, уважаемый, никакой бизнес лишним не бывает, так же, как и деньги. Я, знаете ли, помогаю юным талантам раскрыть свой творческий потенциал и показать миру свои способности. Вот. Да, да, да. Что? Что вы на меня так смотрите? Хорошо отдохнули, Майерс? К девочкам-то моим хоть заглянули? Эх, Майерс, Майерс,
Я еще каких-нибудь 30 лет назад все отдал бы ради пары часов с одной из таких сеньорит. А вы так скептически к этому относитесь. Не знал бы вас, подумал бы, что у вас нетрадиционная ориентация. Нечего мне тут бурчать. Сами же на такие слова спровоцировали. Ладно, Майерс, шутки в сторону. Работать пора. Кроме партизан, у меня еще есть много недоброжелателей, в том числе правительственные войска. Они неоднократно пытались причинить мне вред. А их недавняя воздушная операция по уничтожению плантаций коки заслуживает отдельного описания. Только представьте себе, то ли у этих полуумных пилотов радар поломался, то ли они просто под кайфом были. Не суть важно. Эти клоуны, мало того, что прилетели не в то место, так еще и бомбы умудрились сбросить прямо на город. Теперь Горион, что на испадине города, сплошные руины. Ох уж эта армия. Кстати, многие отправляются на Испаду только ради экскурсии по городу, музею официальной гвардии. Ваше, Майерс, задание заключается в следующем. Армия хочет еще раз попробовать нанести воздушный удар по моим плантациям. Я не волновался бы, если бы у них не было точных координат всех моих посевов. Короче, вам нужно пробраться на базу, найти карты с пометками моих плантаций и подменить их на карты с ложными координатами. Не волнуйтесь, я населенные пункты не отмечал. Эти дуралеи полетят в сторону пустых полуостровов. Без паники, Майерс, все уже схвачено. Вы думаете, я глупец? И мне невдомек, что у вояк постоянно происходит проверка документов. О, нет, уважаемый. У дона Гильермо всегда все подготовлено. В общем, Майерс, направляйтесь к одному моему знакомому. Он даст вам форму солдата правительственных войск и сделает поддельное удостоверение. Зовут его Бенисио. Найти его можно в старом трухлявом доме на окраине острова. Особо спешить не стоит, так как эти чурбаны еще долго будут готовиться. Но все же, чем раньше вы все сделаете, тем лучше. Так, вот вам ложные координаты. И если вам не трудно, сохраните их на черталке. Хочу посмотреть на эту красоту. Удачи, Майерс. Свободен, как рыболовный крючок. Тебе решать. Приходи еще.
Бринго, уходи отсюда. Я тебя не знаю. Кто тут? Ты мне тут не рассказывай. Я тебя не знаю. А у тебя пивка не найдется? Кто нажрался? Я нажрался. Ты чепуху не мели. А то сейчас как встану и как урежу. Я с одного удара ломаю три нос. Понял, Кринго? Какой Дон Гильермо? Какое удостоверение? Я не понимаю, о чем. Не хами. Я пошутил. Что это такое, а? Без чувства юмора. Униформа. Вот. Пожалуйста. А вот документы я делать не буду. Вот так вот. А вот то и значит. Не буду и все. Не хочу. Не. Гринго, не надо. Ты это... Не обижайся на меня, ладно? Ну, сам понимаешь. Выпил чуток. Давай ты попробуешь сам сделать, а? Я тебе все расскажу. Я покажу. Это меня сейчас толку мало. Все очень просто. Берешь шаблон удостоверения, не? Он у меня на столе уже приготовлен. Вклеиваешь свою фотку и ламинируешь. И все. Согласен. Ну, сомневаюсь, что дурак может подделать голограммы и водяные знаки. Да и вообще всю структуру документа.
О, здоров, Майерс. Хорошо, что ты зашел. Я тут дурею в гордом одиночестве. Ты мне Америку не открыл, Майерс. Но ведь моя задача и заключается в том, чтобы не дать врагу спрятаться. Тьфу-тьфу, пока еще никому не удавалось уйти из поля зрения моего восьмикратного зума. Счастливо, Майерс! Thank you.
Майерс, Джан. Я уже не знаю. Вы принесли то, что я просил? Так. Угу. Они не так уж плохо работают. У них каждый мой кустик коки помечен. Молодцы, хвалю. Если так и в дальнейшем работать будут, то плакал мой бизнес. Молодец, Майерс. Ты отлично сделал дело. Надеюсь, ты никаких следов не оставил. А то мне военная делегация здесь ни к чему. Ох, Майерс, не умничай. Не первый день друг друга знаем. Ладно, можешь считать, что я оказал тебе высокое доверие. Ведь я на «ты» зову только тех людей, которых уважаю и кому доверяю. А ведь действительно, Майерс, таких талантов, как ты, среди моих людей еще никогда не было. Так что прошу, не разочаровывай меня. Если подведешь меня, как говорится, буду бить и плакать. Я тоже так думаю. Ладно, Майерс, что мы все о плохом, да о плохом. Держи свою награду. Ты отлично поработал. Я, Майерс, честно сказать, в растерянности. Для меня, кстати, тоже. В общем, дело обстоит так. Партизаны собираются провести массовую агитационную кампанию. Сам понимаешь, им нужно вербовать людей, так как по количеству бойцов мы их превосходим. Между прочим, благодаря тебе. Они уже решили все организационные вопросы. Расклеили объявления, приготовили сцену для выступлений. Есть оратор. Майерс, я уверен, что люди придут и будут их слушать. Партизаны всегда умели завлечь народ красивыми словами. Нужно помешать им, но только без стрельбы. Если кто-то из наших откроет огонь, жители, не задумываясь, перейдут на сторону красных. Мы должны придумать альтернативный способ. Нет никаких идей. А идеи-то ничего. Так. Отлично, Майерс. Я знаю, что мы сделаем. Ты выступишь в роли оратора. Слушай внимательно. Сейчас ты идешь к Бенисио за партизанской униформой. Так. Далее тебе нужно найти партизанского оратора и незаметно его прикончить. Смотри, Майерс, если кто-то заметит, можно считать задание проваленным. А труп мы сожжем. У меня есть один знакомый, который кремацией занимается. Так что тут все схвачено. В общем, избавляешься от тела,
надеваешь партизанскую униформу и идешь к народу. Смотри, Майерс, речь должна быть правдоподобной. Но ты должен сделать так, чтобы люди не заинтересовались революционной идеологией, а в то же время, чтобы партизаны ничего не заподозрили. В противном случае тебя могут убить. И не вздумай грубить людям даже от имени партизан. Ведь они далеко не идиоты. Могут почуять неладное. Майерс, если вдруг вздумаешь сейчас пойти на попятный, знай, что отказа я не приму, так как дело особой важности. Давай, приступай. Привет, Майерс. Ты это, на меня обиду не держи. Я когда выпивший, полный идиот. Я так и понял, ты из униформы. Дон Гильермо мне уже сообщил. И еще просил передать, чтобы ты сразу оратора не убивал, а выждал момент, пока он куда-нибудь забредет. Ты понял, что я имею в виду? И сказать в точности, где он сейчас, мы не можем. Но наверняка где-то в городе. Вот тебе партизанская униформа. Свеженькая, только что с тела снятая. Кстати, я видел их оратора. Не поверишь, вы с ним невероятно похожи. Вот уж удачное совпадение, да? Так что, если будешь себя вести естественно, все пройдет гладко. И верни мне, будь добр, то, что брал для предыдущего задания. Все, Майерс, удачи! Ловите вора!
ограбили. Этот подонок выхватил сумочку, а там все деньги. Я, конечно, прошел бы мимо, но когда увидел твои глаза, то не смог удержаться. Я думала, вы видели. Понятия не имею. Скорее всего, в сторону пляжа. Поспешите, сеньор, пока он далеко не ушел. У меня ушки так горели. Благодарю вас, сеньор. Поспешите, пока он не удрал далеко. Наверняка ты целое утро на нее потратила. Красивые девушки, у тебя умопомрачительная улыбка. А этот? Да где этот засранец? Я бы ему с радостью пару пощечин дала. Правильно сделали. Может, другим неповадно станет девушек грабить. Ах, сеньор, как хорошо, что вы рядом оказались. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Классная прическа. Наверняка ты целое утро. Я сразу поняла, потратила. Что вы истинный джентльмен. Да брось, жаль, что таких очень мало осталось. Говоришь. До свидания, сеньор. Такое
Че хотел, Гринго? Это, Гринго, запросто. Давай 200 песо, и я все сделаю. Ага, это партизан. Не волнуйся, все останется в тайне. Конфиденциальность входит в комплект моих услуг. А, от дона Гильермо. Я понял, хотя меня никто не предупреждал. Но ничего, сейчас все сделаем. Бросай тело в печь, Гринго. Не-не-не-не-не, я с этим связываться не хочу. Аппарат предоставлю, а сам жечь не буду. Но в этом нет ничего трудного, Гринго. Положи тело, прокрути руль, он же газовый винтель. Подними рычаг, который искру дает, и все. Можешь наблюдать прелестную картину. Чё хоть? Это... А? Не-не...
Отлично, Майерс. Я не перестаю тобой восхищаться. Ты просто мастер на все руки. Кто бы сомневался. Держи свой гонорар, товарищ оратор. Так, так, так. Теперь ситуация, конечно, получше, но... Давай, наверное, сходи к моему племяннику Элвису. У него точно для тебя работа найдется. Он на аэродроме. Ну я? А что? Ух ты! Мне помощничка прислали. Может, нюхнем за знакомство? А чего? Довольно-таки симпатичный парень. Ладно, буду серьезней. Все, все. Что ты хотел? Работа? Есть работа? А ты летать умеешь? Мне как раз летчики нужны. У-у-у, какие мы самоуверенные. Ладно, посмотрим, на что ты годен. Давай-ка для начала покажешь мне, как ты умеешь держать высоту и маневрировать. Садись в самолет. Не-не-не-не-не. Сначала втяни 5 дорожек. А если после этой процедуры ты не разобьешься, можешь считать тест пройденным. Купился. Шучу я так. Ладно, давай свою карту. Обозначу тебе сектора, которые ты прилететь должен. Вот, 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 вот
И вот, если справишься, будем работать, коллега. Давай, давай. Смотри крылом, за скалу не зацепись. Thank you.
Когда ты круги наматывал, у меня попуски начались. Вот это отходняк! Голова по швам трещит. Да, нужно завязывать с этой хренью. Или хотя бы не так чистить, как я это делаю. Слушай, а ты умеешь бочку в воздухе делать? Да я просто так спросил, чего ты? Как-нибудь устроим с тобой авиашоу. Покажем, на что наркомафия способна. Ты задание хотел, да? Будет тебе задание. Нужно опрыскать одну из плантаций койки Дона Гильермо. Все очень просто. Сядешь в самолет и пролетишь над плантацией, распыляя удобрения. Плантация койки находится на маленьком острове недалеко от Балены. Пусть кока растет большая-пребольшая. Так. Вот здесь. Давай только недолго, Майерс. У меня будет для тебя еще задание. Thank you.
Так.
Ну, стоять! Куда ломишься? Спокойно, братишка, не шмаляй. А, это ты, Майерс! Если он не удастся, я этого не переживу. Помню, был случай, когда вояки бомбанули одну из наших плантаций. Там вот-вот должно было все поспеть. И тут тебе... Ох, Дон был злой, я тебе говорю. Когда он в ярости, лучше тихонечко стоять на уголке и не отсвечивать. Конечно же, не хочу. А кто хочет с деньгами расставаться? Но придется. Держи, Майерс, ты хорошо поработал. Да, Майерс, есть. Но это будет уже не прогулка по вечернему небу. Все будет намного сложнее. Это и дураку ясно. Не переживай. Отблагодарю по-братски. Короче, вот что тебе нужно сделать. А нужно тебе будет подорвать одного из главнокомандующих партизан. Объясняю. Садишься в вертолет, летишь на остров, на котором партизаны обосновались. На карте я тебе обозначу место, где взрывчатку нужно заложить. А закладывать мы будем с наружной стороны здания, в котором и сидит этот тип. Доложим прямо у него за спиной. Вот этот цирк будет, когда взрывная волна ему в затылок даст, да еще и с кирпичами. Задача ясна? Вот и отлично. Держи ключи от вертолета и направляйся на остров, который я тебе на карте отметил. И вот что, Майерс, не вздумай палить по ним с вертушки. Ты вообще должен к ним пробраться очень тихо, чтоб ни одна живая душа не увидела. Тихонько заложил взрывчатку и наутек. А если ты вдруг захочешь на взрыв посмотреть, отойди на безопасное расстояние. Эта штука очень мощная.
Тревога! За революцию! Какого хрена? Нет. Тревога! Ну, стоять! Куда ломишься? Спокойно, братишка, не шмаляй! Как я так тебя не узнал? О, тебя никто не заметил? Великолепно, Майерс. Уверен, что Дон будет тобой доволен. Да заплачу, заплачу. Куда я денусь? У тебя на уме только одни деньги, Майерс. Что же ты за человек? Ничего подобного. Ты хочешь сказать, что я тупой? Да я в любой интеллектуальной игре победителем буду. Сомневаешься? На, забирай свои песо. Что ж, Майерс, приятно было с тобой работать. Надеюсь, еще когда-нибудь пересечемся. Бывай. Извини, Майерс, не на бирже работаем. Если подвернется какое-нибудь дельце, я дам тебе знать.
Давайте свою карту. Да. Вот. Вот этот остров. Только будьте осторожны. Я насчет его головорезов не преувеличивал. Они ой какие неприветливые. Эх, сейчас бы винтовку в руки да на войну. Помнишь, как мы с тобой на острове Заклана вражин били? А может, давай добровольцами запишемся? Куда той молодежи против нас? Старая гвардия нержавеет.